Сансевьерия. Хочу показать, как у меня цветет сансевьерия. Сейчас она уже отцветает. Вот здесь хорошо видны красивые такие капельки на ее стволе. Многие считают, что сансевьерия цветет, когда она плотно сидит в горшке. Поэтому я хотела показать, что год назад пересаживала специально несколько штучек сансевьерий и сажала вот на таком широком расстоянии. Для того, чтобы новые побеги появлялись. И несмотря на это, сансевьерия тоже может выдавать вот такой красивый цветонос. Особенностью является это полив. Я поливаю очень обильно, но редко. Пока не просохнет земля, я не делаю нового полива.